вступление я хочу закончить строками нашего с вами земляка, который, правда, уже переехал в Москву и в Питер, и сейчас он в Америке с гастролями. Павел Пиковский. Еще одна строка стекает по стеклу. Невыдуманный дождь, струясь, поставит точку. И мама варит суп. И я еще пока ребенок, а не тот, который в одиночку пытается спастись от волчьего хвоста, невыстраданных фраз, комков случайной были, когда за сутью суть, а за верстой верста. И пусть я был дурной, меня таким любили. И вот заполнен бар, и дым от сигарет вливается в гортань, стремясь к дубраве связок. И я сижу один, и мне так много лет, что я забыл тепло родительских подсказок. В груди играет джаз, сердечный метроном, взлетает ввысь душа и кружится, как птица. Но я опять смотрю на осень за окном. Я так хочу еще хотя бы раз родиться. Каждому из вас я желаю жить и чувствовать эту жизнь всеми силами, которые нас с ней связывают. Побулькать лимонадом через трубочку, летом на рассвете босиком выйти погулять по росе, понаблюдать за тем, как веселятся дети, попутешествовать, посмотреть мир. Из этих мелочей состоит вся наша жизнь. Друзья, не забывайте жить. Каждый из нас в силах и в состоянии построить свой собственный рай на этой земле. Сегодня Андрей и Оля показали нам, как это делается. Сегодня они подали нам пример, как можно построить свой собственный рай на земле. И вам, ребята, я желаю прожить вашу жизнь так, чтобы в конце пути вам хотелось прожить ее хотя бы еще один раз. Еще один раз родиться. Дамы и господа, каждому из вас я желаю гармонии и счастья в этой жизни. Меня зовут Ефим Архипов. У меня все.